Дорогие выжившие, любители игры Seven Days to Die, я глубоко негодую. В очередной топ игр про зомби снова не попала наша любимая игра Seven Days to Die. Хочется спросить, какого хрена? Предлагаю напомнить супостатам из игромании о существовании нашей любимой игры. Го в комментариях восхвалять Seven Days to Die, дабы не забывали впредь этот игровой шедевр. Встанем же широким фронтом на защиту нашей любимой игры, друзья мои. Надеюсь на вас. Ссылка, друзья мои, в описании. Вперед!